Всем привет, уважаемые подписчики и зрители моего канала, с вами вновь G-Dreadnought, и мы продолжаем играть на Days Epoch Черноруссия, если я не ошибаюсь, это уже шестая серия, и сейчас я ищу запчасти, чтобы сделать велосипед. После того, как мы забрали с миссии конвоевской тот хаммер с пулеметом, у меня сейчас теперь нету даже никаких колес. Бегу теперь, не знаю, либо в трейд-зону, либо в этом пошариться, в старом соборе, поискать запчасти, хотя бы на велосипед. Взял MG36 и в рюкзаке CZ550. Обычная старинная снайперская винтовка. Так, что именно, чем именно я хочу в этой серии заняться? Я хочу все-таки зачистить эту миссию конвой. Блин, посмотрите, рынок зеленая какая-то появилась. Опять в старом углу. Надо какую-нибудь поближе искать миссию. Мне там надоело со старого собора уже мотаться. А если там опять на этом рынке что-нибудь, какой-нибудь подвох будет, то это будет вообще жесть. Так, ну не знаю. Сейчас поначалу я хочу все-таки попробовать конвоем запилить. А хотя он уезжает. Да, он уже уезжает. Сейчас постараемся что-нибудь аккуратно почистить какую-нибудь миссию, только уже с большого расстояния, чтобы уже надежно было. РПГ, пулеметы я свои сложил, можно теперь не беспокоиться за это. Оружие первоначальное у нас, если что, будет. Все приехали, взяли оружие, все нормально у нас. Так, что еще? Ну, жаль только то, что потеряли весь лут, все оружие, все снайперки, там МК-17 СВ, блин, так обидно. Мне так она нравится, эта винтовка, у нее звук такой, и убойность у нее очень хорошая. Обидно. Так, ну сейчас тогда в магазине пошаримся, если Red Bull или щербет апельсиновый найдем, можем взять машину за эти деньги и поехать уже куда-нибудь. Бандитов перебили, торговец благодарен. Ага, это ограбление на миссии Изи. Так, кстати, там масло тоже продавалось. Возьмем масло, посмотрим, за сколько вообще можно будет его продать. Так, кто-то там пиликает машиной. Еще на банка масла. Компас, бинокль. Банка поесть. И все, всякий бред. Кстати, на Волге кто-то выезжает. В эту сторону, да. В эту сторону едет. Не попали. Только куча зомби на себя нагрели. Еще и кровотечение идет. Зону сделали намного меньше, так как, не знаю, она такая длинная, большая была,
теперь они ее сделали покороче. Теперь намного опаснее стало заходить. Кто-то на Урале едет. А где же эта трейд-зона? У меня же крови мало. Все? О, наконец-то. Так, мне интересно, почему там стал Урал? Да, это в Гвоздино. Так, что нам можно продать? Так, масло. Во-первых, продажа. Продажа за 8000 масла. Представляете? Вы себе представляете? Масло за 8000. Неплохо. Так, ну и возьмем обычную Волгу, опять же. 7000 скинем. Как версию брать? Руками. Умный чересчур. Ну что, будем рисковать или не будем? Блин, капец. Сейчас я даже не знаю. Нам нужен дом какой-нибудь, чтобы за этот дом можно было прятаться. Либо скала какая-нибудь. Так, а что за Урал был? Он прямо же проехал. Может, это боты проехали? Странно. Никакого Урала не слышно. Может, конечно, он сюда вот свернул. Да, попробуем перехватить его.
Никто не пришел на помощь, рынок сожгли. Капец. И здесь тоже никого не слышно. Ну да, зря прокатились. Вот сюда вот нам надо. Туда нам надо. Если же сейчас найдем там стройматериал, то будет другая у нас миссия — довести стройматериал до сейфа. Пацаны, есть кто в солнце? Сейчас буду. Расшмаляю всего. Всех и вся. Для избранных. Ну вообще просто. Что-то какие-то выстрелы слышал. Кстати, тут быстрые кнопки есть, например, пятерка у нас, 5-6, заливка крови вроде бы, бинт на тройку, четверка — это морфий. Я один такой умный, еду на зеленый круг. Да, ну тут, конечно, можно было бы пешком бежать. Кукурузник летит. За 20 голды у торговца. Ага, если бы за 20 голды. Тут уже все изменили. Короче, это долго. Легче пешком пробежаться.
Да, тут комментарий такой был, сразу же прочитал, и говорят люди, не записывай все подряд. Ну, знаете, я вот, моменты такие бывают, мы когда раз, что-то там серьезное случается, и тут не успеваешь даже включать, не успеваешь воспроизвести его, и, ну, точнее, начать запись, все это дело получается хреново. Так что, знаете, я не думаю, буду записывать все подряд. Ну, не знаете, если кому не нравится, просто перематывайте на какое-нибудь определенное место. Я и так стараюсь, когда вот долго едешь куда-нибудь, то стараюсь ставить на паузу и не показывать всю дорогу, которую я еду. Так, опять на открытом месте. Тысяч крови, такое ощущение, как будто у меня крови так по 2 или по 3 тысячи, вообще все белое. Отдайте мне стройматериалы. Нету нифига. Народ, я так счастлив. Меня только что поцеловали. Так. Что-то куда-то ящики уже пропали. Либо их уже залутали, либо... Я слепой. Нет. Я не слепой, я вижу их. Забил, поцеловал. Да. Вот бы еще принесли бы кофе, вообще было бы приятно. Еще банки эти все выкинули. Чтоб не было. Некуда было. Так, добрались, вроде никого нету. Забираем все подряд, еще сейф, придачу. 10 тысяч сэкономили. Отлично. Теперь валим. Все, я доволен. У нас второй сейф есть. Желаю тут по скайпу играть. 16+. Давай, скайп. А, блин, перевес. Тут действует перевес. Это натуральный бред. Сколько же у меня перевеса-то? Как бы не упасть в обморок где-нибудь. Так, во-первых, надо сейчас кровь залить себе. И во-вторых, лишнее вообще повыкидывать себе. Так, вес у нас 800 кг. Так, World Woodwind. Так, десерт Common Net. Это сетка у нас. Нафиг она нам нужна. Это все скидываем. Десерт Common Net тоже выкидываем. Закрыть. Выкинуть все это дело. Так, и десерт Камо. Дерт стант, забыл, что такое дерт стант. Так, 5-5.
Так, 614 килограмм у нас. А, вот эти вот кубики, рубики. 100 в пределах 80 метров. Угу. Саперская лопатка. Ну, это самый тяжелый, по сотне они. Нет, не по сотне, чуть меньше. На 500. Workbench ставим, лестница ставим. Вот шарк это... Короче, ладно. Так, под елочкой подкакали. Так. 6, 5, 4. Морфия нету, бинт есть. Двойка ничего, единичка тоже ничего. 6, 7 не используется. Придется так заливаться. Вот. Цвета радуги появились. Так, так, так. Возвращаемся до машины. Восстанавливаем. Ой, закидываем. Все в сейф. Конвой дури прибыл в точку назначения. Короче, дури никому не досталось. Кстати, в конвое, как вы заметили, есть РПГ, всякие различные штуки, вкусняшки и все остальное. Но по самому ралли интересно, что же там зовут такой. Есть 20 плюс люди. Есть. Собаки бегают. Шшшт. Ко мне, бобик. Обнаружен армейский спецназ. Метка на карте. Я вот даже не знаю, пойти на миссию, либо... Либо-либо. Так, как-то еще с помощью GPS-а можно было узнать, где находится ключ, ой, точнее, ключ от какой-то машины. Только вот как, мне вот интересно. Такой, можно сказать, как машина будет отмечаться на карте, или я даже не могу себе представить, как это выглядит. GPS сейчас у меня с собой нету. Действовать начал. Да, жаль, что тут перегруз действует. Лучше бы без перегруза было бы. Те же самые шокоблоки, если наберете на те же самые стенки, то вы долго так не пробежите. Так, вон, кстати, моя Волга уже. Понятно, ладно, пусть они сами там играются. Поедем. Вострик
года. Лимон 49 роз. Так. Надеюсь, сейчас без приключений доедем до сейфа. Выложим сейф, стройматериалы, лесенки, всякие всячины. И потом уже, я думаю, поедем на какую-нибудь миссию. Не буду теперь стоять на одном месте, буду постоянно передвигаться, отстреливаться. Думаю, взять оптический пулемет, праздник. К нам приходит. Благодарю. Ну, а теперь я точно рад. У меня перед носом стоит кофе. И будет все дальше. Дальше игра попрет, сейчас я чувствую. Ой, FPS 7, 6, 5. Все мелькает, все ужасно. У нас тогда, знаете, было задание в школе. Еще когда это было, не помню уже. Нам задали такое дело, нужно было в Paint, не в Paint, а в Paint, такая программа, где нужно было создать какую-нибудь анимацию движущую. Так вот, Оранж, заткнись. Создали, конечно, всякие разные там анимации, кто-то там шарик прыгающий, кто-то там всякие там человечков движущих. А я примерно сделал, как знаете, наподобие Counter-Strike, когда там человечки бегают, один человечек такой черный, и сам красный, зеленый, все нападают на него, всякие молотки кидают. И примерно вот такую же я вещь и сделал. А на моем компьютере он, конечно, был помощнее, чем те компьютеры, которые находились в это... Заговорился и проехал дорогу. Те, которые компьютеры были в школах, они вообще были слабые. И вот сейчас о чем я говорю, что, типа, такие же лаги были на тех компьютерах, когда вот этот, те самые человечки, они еле как передвигались. И тот же самый, такие же лаги сейчас у нас происходили. Так, это готово. Так, у меня теперь ПБСка есть, так что зомби, тебе конец. Слышу, еще одна Волга едет. Так, сейчас, секунду. Так, открываем сейф свой. Складываем все барахло. И закрываем. А, нет, стоп. Снаряга. Нет, я хотел уже пулемет оптический взять. Так, возьмем вот этот. Все. Я доволен, я счастлив. Довезли удачно все. И теперь давайте посмотрим. Аварийная посадка. Блин. Спецназ. Погоревки. В принципе, очень рядом.
Давайте поедем на аварийную посадку. Интересный серый круг, я первый раз вижу такой. Вот этот серый круг. Может, туда смотаемся лучше? Я, честно говоря, первый раз вижу такой. Чего вас так много-то? Так, здесь, конечно же, я близко не буду подъезжать, потому что здесь большое количество людей, может быть. Надо будет осматриваться, оглядываться. Тысячи метров осталось. Там у нас хаммер стоит какой-то с пулеметом. Убитый весь. А я моя еще без колеса. А, понятно, еще закрытый. Рейд спецназа был сорван. Выжившие перебили всех бойцов. Спецназ-то от этих. Живой еще. Ну, там блокада мне капец понравилась. Конкретная моя. Все, мы там на дороге прям поставлены, и фиг проедешь, что фиг все сделаешь. Зомби? Блин. Да я тоже. Так, 800 метров. Это сейчас близко надо будет подъезжать. Место еще такое фиговое. Ай. Я не специально. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Себе. Аварийная посадка, так аварийная.
И откуда их можно поснимать, блин? Так, ботов вижу. Пулеметы вижу. Там еще и Урал у них. Так, вижу чувака мертвого. Стараемся пострелять отсюда. Конечно, ничего не видно, но все же пулемет один снял. Так, у него там был черский рюкзак. С Волгу все выложу. Зомби, отвалите нафиг. Так, а как я вижу, он приехал тоже на Волге. У него большая оружейная была. Все. Я понял. Жадность правила разгубила. Куда я вот нахрен лез, блин? Знал же, что, блин, там такая хрень стоит. Какая-нибудь хрень стоит. Вот она и убила меня. Так, пару секунд, и я вернусь. Так, народ, я снова здесь. Появился в Черно. А из Черно нам ехать сюда. Это очень долго, 4500. Так что я ставлю на паузу, когда берусь до туда, потом уже начну и там опять. Начинается наша эпопея. Вот зачем залез туда, вот и сам затупил, конечно же. Увидимся там уже. Так, народ, подъезжаю уже к точке, где миссия сама. 600 метров я сверху. Вижу вертушки уже. Ут стоит. Сейчас надо как-то все это дело бочком объехать. Фух, чуть не зацепил. А добраться до... Да, этого какого? Ой, скажите, я вам скажу. До Волги. А, взять хотя бы ЦЗ-ху. Там чувак спалился. От зомби, видать, отстреливается. Дуралей. Вот. А, это мое место смерти. А вон. И пулеметы стоят вроде бы. Нет, боты бегают. Да, вот так, если велик сломается, оденьте такой глуши. И потом не разобрать, не собрать вообще. Просто жуть. Так. До Волги-то мы добрались. Это хорошо. Что я выложу рюкзак.
нас вообще миссия-то? Аварийная посадка. 400 метров. Вижу ботов мертвых. Так, как вы думаете, убрали оттуда пулемет или не убрали? Ай, попяра. Поп, иди в попу. Где там этот второй пулемет? Фиг отсюда увидишь сейчас. Просто по мне начал стрелять пулемет. Ползает что-то там в ПП болото. Мародеры захватили в ПП болото. Там уже зомби даже ходят. Вон боты бегают. Валяются. Но пулемета я не вижу. Сто десятка работает где-то издалека. Кажется, вижу. Ну там чел сидел. Сколько мне вот интересно до него метров? Семьсот метров. Нет, это зомби. Давайте постараемся забрать свой пулемет. Где? Вон и наши трупы. Его просто каких-то много еще. Блять. Не получилось нифига. Как же я уже устал от этого. Я вообще хотел поехать на другую миссию,
Там была миссия, как она называется-то? Ну, изи миссия. Надо было сразу туда ехать, да и не мучиться на этой миссии. Ой, блин, капец, сейчас опять ехать не хочу. Так, ладненько, тогда давайте сразу ставлю на паузу, как побуду уже на месте, возобновлю. Так, народ, я вернулся. Решил, думал, постреляться на болотах, но что-то после того, как меня часто начали убивать, я решил вообще забить на все это дело. И решил вообще забить на то место, где падение или какого аварийная посадка, забил на то место вообще. И сейчас еду на изи миссию, вот это вот получается, лагерь H какой-то там. У меня сейчас, конечно, ничего нету, G17, только постараемся с пистолета поубивать ботов. Первого бота убьем, постараемся забрать его ут. Ну и поедем подальше, дальше поедем, покрутимся. Что получится, то получится. Было бы хорошо, если там будет, был бы пикап с каким-нибудь утом. То было бы вообще прелестно и чудесно. Замечательно, короче говоря. Так, 400 метров мне осталось до туда. Пока что тихо, мирно, спокойно. Пока что только на вот такие миссии будем ездить. А так как вы сами видите, что те миссии, ну реально они тяжелые. Прям, я не знаю. Там надо хорошую винтовку и с дальнего расстояния всех доубить. А пока что на вот этих изиках будем развиваться. Так, вижу уже палатки ботов, куча ботов, твою мать. Ёпту за ногу, их там дофига. Там не просто боты. Там старики какие-то сидят. Ёб твою рот. Под носом. Их так много там. За ногу. Смотрите, как их там много. Их просто туча там. Щи дурные. И на изи миссии нам спокойно не дадут отстрелять их. Оп. Оп. Да сколько можно-то? Куда это собрались, господа нехорошие? Тихо. Тихо. Ой, попали, ой, убили. Паразиты. Да. Весело. Так, надо хотя бы Энфилд какой-нибудь раздобыть и хотя бы с метров 300 их поубивать. А то это вообще какой-то слишком их много там. Вот так вот даже без, с пистолетом нельзя обычные миссии тут им зачистить. Я подумал, сейчас приеду,
Бота одного заберу, с него возьму какой-нибудь ствол, там, не знаю, тоже хотя бы калашик, хотя бы маломальский, и начну потихоньку убивать их. А, они там-то было. Хорошо. Так, а нам нужно появиться в каменке. Андерспауна, каменка. Да, понял, игрок. Нормально тут. Вертушка стоит, и там чувак на велике рассекает. Вертушка, как обычно, закрыта. А тот чувак куда-то на велике чухнул. Кажется, на миссию он поехал тоже. Сейчас-то мы ему по хребту топориком попробуем заехать. Так, а что, это не утабельно? А мы ему топориком по чайнику. Даже Энфилда нету. Хреново. Так, зомби. Нормально. Лисиновый черепит лежит. Так, не буду сильно шуметь. Постараюсь пешком добраться до туда. Но он по-любому прилетел, либо... Не знаю, что он сделал. Но он поехал на эту миссию. Маскировочный костюм и все дела. Интересно. Так, а тут у нас даже негде укрыться-то. Зомби. Да что, по мне уже стреляют? Что я вам плохого сделал? Иди сюда. Ай. Да, это по мне стреляют. Put.
убили. Ну там толпа целая. Попробуй их поубивать. Подать. Дайте мне ствол с парами обоймами. Я постараюсь их зачистить. Ой. Пш. Все, обстреляли. Ни разу не попали. Да ну вас нафиг. Страшно же, дуры. Очки. Да ну вас, Копенгаген. Все равно хоть одного заберу за собой. На тот свет. Блин, калаш бы. Или еще что-нибудь такое. Блять. Фу, ну ладно, народ, это уже не знаю какая, 6-я или 7-я серия, так что увидимся уже только в следующей серии. У нас уже с разрывом с одним у нас было, там я выходил и запись прекратилась. Я буду пытаться стараться зачистить эту миссию, так как мне по-любому надо какое-нибудь оружие, тот же самый. Машину ту же самую. Так что буду пытаться мучиться здесь что-то намутить, накрутить. Так что увидимся в следующей серии уже. Следующая серия будет у нас, я думаю, прям сразу же. Сейчас начну отсюда запись. Так что всем спасибо за просмотр. Подписываемся, комментируем, ставим лайки. И всем до скорой встречи. Всем пока-пока.